Государственная поддержка отрасли остается приоритетным направлением в регионе, рассказал сегодня на краевом планерном совещании губернатор. Однако из всей суммы пока освоено чуть больше половины. Вениамин Кондратьев потребовал как можно скорее перевести деньги аграриям. Особенно это касается небольших фермеров и личных подсобных хозяйств. У нас любой день год кормит у селян. Поэтому чем раньше эти деньги дойдут до получателя, тем более это малые формы, еще раз подчеркиваю, это личные подсобные хозяйства, да, фермеры, тем устойчивее они будут себя чувствовать при определенных осенних работах, которые тоже им позволят в следующем году уже получить очень хороший результат. Вот не может быть, если деньги есть, а до получателя, до агрария они дойти не могут. Ну это, коллеги, уже ни в какие объяснения уложиться не может. Как минимум на 80% должны быть районы обеспечены субсидиями для поддержки малых форм хозяйствования от их заявок. Потому что, еще раз подчеркиваю, это обычные люди, которые на земле работают. Развитие сельхозкооперации – еще одна из важнейших задач, о которой говорили на совещании. Сегодня в регионе зарегистрировано 145 кооперативов. На Кубани разрабатывают программы поддержки для объединения фермеров. Сейчас в Краснодарском крае кооперативам, которым не больше 2 лет, компенсируют до 90% затрат при покупке перерабатывающего оборудования.